Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Продолжаем проходить God of War. И как я и говорил, я, конечно, сгонял туда. В Ветургард. Вот. Кругом там проплыл. Единственное, что нашел, золото. И вот на этой локации две, ну, типа, скрижали с лором. Но, в общем, там ничего особо интересного не было. Мы, кстати, здесь довольно много всего нашли. Нам остался один артефакт, один ворон. Я до сих пор не знаю, где он. Но хотя бы два я уже убил. И что-то одно еще неизвестно. Возможно, это будет по сюжету, не знаю. Здесь я не сделал вообще ничего. Да. Значит, все-таки что-то я тут еще не нашел. Может быть, если я сейчас отдам, то вот это неизвестное будет как раз заполненным. Так, Tyr would have been pleased as peaches knowing these offerings were being turned to armor. Did you know him? What was he like? Never you mind, boy. Tyr's dead. Best not to dig up the past. The dwarf speaks wisely, for once. Так, труд завершен. You scare up that alchemist, what needed finding? Нет. 343 опыта, и это все? Talking. Так, броня новая. Блин, мне, конечно, нужна броня, но ё-моё. $12,800, у меня 62 000. Просто вот учитывая, как те парни меня развалили, как бы уже прям надо бы броню-то получать. На третий левел хотя бы. А прищи древних я не могу из-за сердца древнего сделать, да, мне еще два надо. Ну, maybe на это подкопим, даже не знаю. Для перчатки древних нужны обломки древнего. Да, угадаю. То же самое. Ну, посмотрим, может быть, какой-то сет появится прикольный. Пацану тоже. Особо прочной стали не хватает. Сори, мы нищие. Ну, то есть мы не нищие, мы экономные. Погнали тогда по квесту. Все равно мне еще придется вернуть стулоку. Раз там 85%. Возможно, кстати, сейчас уже побольше. Да, нет, нет, да, нет, все еще 85%. Где артефакт нашел? Ну, хотя, с другой стороны, еще вот на этой карте, да, были врата, в которые я не мог пройти. Скорее всего, там остатки. Секретов остались. Не знаю, когда и чем я смогу это все открыть. Но сейчас, по идее... Подожди. Сейчас, по идее, нам нужно вернуться на гору, да? На самую высокую вершину, все верно. Так, мы были в храме. Мы переместились обратно в Мидгард. Да, это наш основной квест. Was the story of the mother crab, who scolded her son. She told him he should walk forward, in pride, not sideways as he always did. Змейка, but she's a crab too. He should say, sure, I'll look forward as soon as you show me how. Yes, he did say that. That was the story. I got it. Прикольная, блин, история. Почти все время связано с пацаном. Ну, либо с тем, что был какой-то взрослый, у него был непоседливый ребенок. И он делал тупые вещи. А когда делал умные, его благодарили за то, что он делал умные вещи. Я тут не был, правда? Носовая фигура. Стреляй. А руки-то еще помнят. Ну, кстати, действительно с этой стороны не спускался. Я только вот там подальше спускался. Так, а вот это вот... Нет, оно не светится, да? Ну, я так понимаю, это тупик. На этой части карты, я так понимаю, даже ворон не будет.
потому что мы как бы над водой. Интересно, что там. Так, делаем ставки, дамы и господа. Пустят ли меня назад без драки? Не появятся ли какие-нибудь прикольные враги, которые на меня резко нападут? Так, а это что крутить? Чтобы что? Это наверх, лифт. А, ну это крутить рукоятку, да, к другим воротам. Мне спасибо. Мне, пожалуйста, вниз. We rode past that statue of Thor earlier, when we left the Witch's Cave. And what direction is that? It's mid-morning, the sun is over there, so... That's south. Southwest? Good. Пацан даже лучше меня справился, я вот понятия не имею, где это мы там были. Действительно, в двоих пробивает нормально. Да, прикольно. Попал почти. Эх, не попал. Да, вроде я попытался спарировать. Что-то как не особо вышло, по-моему. А, не умерли? Ну, серьезно? Это было довольно быстро. Драугр быстрые это были. Что может быть страшнее Драугра? Быстрый Драугр. Мама говорила, что некоторые живые мертвецы обладают особыми талантами. Эти, например, умеют спускать огонь из ног и стремительно бегать по полю боя. С ними лучше быть начеку. Но они были довольно быстрыми, да? Но и быстро и умерли. Надеюсь, эта хилка мне не понадобится сейчас. Вернитесь к горе. Я был бы не против. Saves us some time. Я ведь не могу, да, это разбить. Слушай, а ты можешь стрельбой? Ну, очевидно, нет. Так, тут мы уже все читали. И сундук я лутал. Так, ну мы снова у подножья. Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Наверное, нет, раз нам нечего сказать. Wolves! Не, плохие волки, вы чё, ребят, спокойно. Но он уже умер. Да. Не, значит, все-таки враги иногда заново появляются. Я не буду туда уж это брать.
Может, хотя бы деньги пока получу. Благо теперь у нас есть лифт, чтобы обратно наверх подниматься. Может, cool story? Father, do you think I could carry her now? No. But I said no. Okay. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Thanks. Now watch your step. Carelessness will only delay us. Right. А я думал, он расскажет, кто в итоге лицо здесь высек. Ну сколько мы здесь не были? Часов 5? Well, there's the black breath again. What do we do now? We see if the witch was right. Ну-ка давай. Мне интересно посмотреть, как будет выглядеть эффект. It's working. She was right. Ой, работает, ничего себе. Let us finish this. Так, а оно и позади рассеивается навсегда, или? Это временный проход у нас. Ну, можно было сразу так сделать. Ну, кстати, да, все, теперь проход открыть. Я думал, каждый раз будем ходить туда, сюда. Так, погоди, сюда мы пока не прыгаем. Но, в принципе, мы и сюда-то пока не прыгаем. Мы, скорее всего, здесь сейчас и поднимемся, да? Наверное. Да. Мне, кстати, действительно интересно, что ж там на вершине горы. You know, others said the giants used to visit the Midgard mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Fjordnheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain was a tribute to some important giant. Maybe. Так, опять тьма. The mouth! We made it! More black breath. Там, кстати, можно было направо пройти. Я туда хотел пройти, но меня пускают только вперед. That emblem matches the one on the door to Jotunheim into your temple. The giants did come here. Может, кстати, это они все и построили? Ну, блин, мне кажется, что меня по этому пути бы и так пустили, чтобы я спустился вниз потом и вернулся. Так что я, наверное, сейчас не пойду туда. Я бы поисследовал. Но мне кажется, что этот путь я и так потом использую 100%. Как и секретки, которые там находятся. А так придется еще раз лезть наверх обратно. I don't remember stories of a giant with a deer head. Wonder who he is.
No way across. But there's a sand bowl. Подожди. Не спеши. Ага, че еще? Нет. Блин, на самом деле супер опасно, что они такие быстрые. Ну, как бы это очевидно, да, но все равно. Домой. Ладно, их было двое, нормально. Может, хотя бы на вершине горы, там, великана, я не знаю, положили броню топовую. И которую так уж получилось мне по размеру. Я бы в ней ходил, радовался бы жизни, у меня были бы топовые статы. Да, ребенок вообще не слышит, что я говорю. Я не знаю, повесили, может быть. Чё ты у меня все время вопросы спрашиваешь? Опа. Опа. Так, прикольно. Я, возможно, это и должен был найти как бы по заданию, чтобы дальше пройти. Да. Yep. Но в итоге дичь во мне помогла найти этот кристалл. Мне почему-то кажется, что вот это все надо будет нажимать уже после того, как он в них выстрелит. Maybe the riddle will help. Подожди, давай. What does it say? No yoked beast, nor fearful thrall, nor rooted tree doth know my call. Не понял я нифига. Давай стреляй по кристаллам быстрее. Все нормально, давай. Че, куда? В ту сторону крутить. Сейчас мы объединим, получится руны. Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Go ahead. Sure. Ross. В бою, конечно, он бесполезный, но тут хотя бы он нам помогает. Он открывает нам проход. There's a crystal in that torch holder. Should I light it? Давай. That helps, right? Да, но как мы дальше с тобой пойдем, я не понимаю. Так, сзади ничего не припрятали? Это кто вообще? И почему он такой криповый? Guess we have to go down and go up. Почему тихо, что не до конца он? Хотя, не, все, не важно. Он мертв и больше никогда не вернется. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and Holdrefolk. It doesn't mean they're big. What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big. Ну да, и тут то же самое, не умничай. Так, а куда там идут ребята? Мне интересно. Хм, и сюда есть подъем, да? Значит, мне кажется, что... Да, это основной... Хотя нет, слушай, можно убрать камень.
Блин, ну все, наверное, сталкивались, да, с таким, когда у тебя есть две дороги или три, и ты не знаешь, какая по основному сюжету как бы нужна, а какая всего лишь к секретке ведет, например. И ты стоишь и гадаешь, и думаешь, идти, не идти. Ну, походу, это как раз была вторая сторона. Да, мы это место и видели, кстати. Тебя? А то в темноте глаза испортим, сокровища осматривая. Так, чешуйчатые браслеты концентрации. Прочная броня, повышающая восстановление. Чего? Кого? Восстановление. Так, смотри-ка, руны меньше. Защита плюс 8, восстановление 13. Ну, я, наверное, возьму. Выглядит вроде неплохо. Так, а тут еще кристальчик, да? Я, кстати, был одним из тех игроков, который ходил в Dark Souls 2 с факелом и поджигал все, ну, остальные факелы, да, места, где можно костер там поджечь или посветить. Я не знаю, зачем я это делал, мне казалось, что это просто прикольно, чтобы везде было светло. Хотя в игре не было так темно, как должно было быть. Когда впервые игру показывали на презентациях, но сейчас у нас бой. Вот ее, кстати, вот таким топором, да? Именно через навык прям нормально можно пришибить. Так, и чё? Мы ее убили или она исчезла? Бестиарий обмазан. Да не поверишь, что тут монетка не завалялась. Видимо, действительно не завалялась. Так, я спасаю вас, ребята. А то висите здесь уже бог знает сколько лет. Так, там внизу вода, да? А здесь он символ, и, скорее всего, где-то загадка еще рядом. Кстати. Смотри, что нашел. Там прям что-то золотое выпало. Нет, видимо, это все было рублено серебром. Идем, пока мы идем дальше просто. И вот путь дальше закончился, кстати. Так, а можно вообще узнать, для чего эти руны тут нужны? То есть... Я вижу две, но двух же не может быть, правильно? Комбинация всегда была из трех рун. Опять, кстати, быстроногий. Пошел отсюда. Слева еще один такой же, блин, надо этого добивать быстрее. Не добили, окей. Че столько сносишь, а? Ребят, ну блин. Давайте не будем такими жесткими, окей, да? Что-то просто два удара, типа, меня нет. Меня чуть не убили, но он улетел вообще за текстуру. Да, ты был неплох. Ну, типа, я не знаю, я потом, конечно, проверю, но у меня такое чувство, как будто я вообще на легендарном играю. Подожди. А, там еще один был враг.
Я должен был первым ударить, но... Че, умер, да? Обидно, наверное. Да. Я увидел, я же не слепой. Где сундук, для которого нужны три вот этих руны? Просто скажите мне, где он. Я его открою. То есть я так в итоге не понял. Ну, типа, он осветил кристалл, как бы, и что произошло? Глобально. Выглядит как ловушка. Да, тебя здесь и забрали в итоге. Так, ну это коллектаблс, правильно? Правильно. Наверху что-нибудь. Кстати, вот когда стрела летит, она подсвечивает? Нет, не видно, потому что пацан сюда не зашел. Что-то я не хочу туда. Даже не знаю почему. Так, пошли тогда назад. Еще надо символы будет запомнить, наверное, да? Да. Вот сундук. Найдите и разгадайте три печати. Я их нашел, но как я знаю код? Как я должен догадаться? Наугад, что ли? Может, где-то тут вот будет написано? Ага, сюда вообще надо кристалл притащить. Я так и знал, что это когда-нибудь сработает. Это подстава. Где? Еще и огненный, прикольно. Так, ну кстати, они даже не приблизились к нам. Считаю, что нам повезло. Так, ну возможно, где-то потом возьму кристалл. Даже притащу его сюда, если не забуду. Но смысл в том, что я так не знаю комбинации. Которая мне нужна. Потому что смысл в том, что вариантов-то довольно много. Если это у нас трехзначный код. Просто до этого же на сундуках писали. Теперь там ничего не видно. Может быть, там видно, если присмотреться или... Вот как раз эту штуку, если подсветить, я не знаю, быстренько туда прибежать, можно будет увидеть. Нет. А, и кто-то крови нарисовал. Все, я увидел теперь. Но я так и думал, что не супер заметно будет. Так, Б... П и Р. Окей. Я, кстати, Б там, по-моему, и установил в итоге. Так, здесь Р-ка. Скорее всего, я ошибся только вот с верхней. Нет, верхняя это как раз правильно. Вот здесь вот я поставил не то. Нет.
Угу. Так, ну все, по идее, сундук открыт. Иди ко мне, мой хороший. Ну-ка. О, еще один рог. Ярости будет побольше. Два из трех. Неплохо. Опаньки. Ну все, понесли тогда. Блин, я вообще случайно сюда зашел. Хотел сказать, случайно. Так, ну все правильно, идем наверх. Я так понимаю, что с ним бегать-то нельзя. Да? Да, мы идем вот только на такой скорости. Давай, читай. Ah, I was wondering about this. Ну-ка, ну-ка. Я тебя понял. Так, Великая Гора. Когда-то гора была холодной, но Миледа и Антрейс дали ей жизнь, бродящие уши из дальних земель, не чуждые меда поэзии. Они искали вдохновение, нашли друг друга, обрели друг в друге великую любовь. На вершине величайшей горы Мидгарда они построили тайный мост. Это место стало их домом и крепостью. Они жили здесь, свободные от пророчества, знающие лишь себя и друг друга. Гора стала приютом изгнанников и творцов, йотунов и новых друзей. Подобно маяку, она влекла к себе все новые и новые души. Даже сейчас, прячься от бури, мы не должны забывать о зовущем духе горы. Или о зовущем духе горы, наверное, правильно будет. Кажется, раньше эта гора была замечательным местом, моя мама очень любила поэтов. Ну, пока что все, что мы знаем о маме, что она была настолько противоположностью полной Кратосу. Что мне прям уже очень интересно, как они в итоге вместе сошлись. Пока что я до сих пор не понимаю, как все это связано с прошлой трилогией. Но, возможно, так и должно быть. И здесь давайте закончим, полезем туда уже в следующей серии. Ну, возможно, я просто хочу оттянуть момент, не знаю. Вот, так что увидимся в следующий раз. Прикольная была локация. Но мне особо темные локи в играх не нравятся, потому я надеюсь, что мы отсюда выползем наружу куда-нибудь, где будет светло и клево. Вот, а там посмотрим, что и как будет, прав я или нет. Или, скорее всего, может быть, какой-нибудь босс будет, не знаю. Хотя мы недавно бились. В общем, посмотрим. С вами был Джек, спасибо большое за просмотр и счастливо.